Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля. И вот я прям ролик-коротышку сейчас запишу. Хочу ответить на некоторые вопросы. Уже несколько человек спросили, зачем я срываю вот с этой, с плодоножкой. Это так нужно или нет? И одна девушка написала, что она читала, что вот эта плодоножка при хранении оттягивает на себя, ну вот, какой-то сок, питательные вещества из томата. Нужно ли срывать с плодоножкой или нет? Я скажу так, что я срываю с плодоножкой вынужденно, потому что я вот сейчас отбирала, когда урожай, у меня их очень много, и мне проще и быстрее идти с ножницами и вот так срезать, срезать, срезать. Потому что вы знаете, что когда начинаешь срывать с плодоножкой, не сразу она еще и отрывается. И когда ее принудительно вот так вырываешь, видите, что происходит? Иногда вот это место у томата повреждается, и вот такие микротрещинки образуются. И если в такую жару, вот как я снимала в 30-градусную жару, эти томаты вот с такими ранками полежат день или два, тут явно начнется процесс гниения, потому что герметичность нарушена, все. Когда я вырываю, обрезаю с плодоножкой, я знаю, что томат у меня целый, и может он вот так полежать, потому что вдруг я не успею переработать его в первый или во второй день. С самим плодом ничего не случится. Но если вот это вот повреждено, то, конечно, он начнет здесь мокнуть и гнить. И то же самое для зимнего хранения. Если я когда обрываю для зимнего хранения, я плодоножку стараюсь не повреждать, потому что, вы знаете, все порчи наших томатов, они начинаются именно вот с этой жопки. Начинает здесь чернеть. А почему? Потому что часто здесь бывают или трещинки, или мы сами, когда обрываем, повреждаем. Вот я только из таких соображений, из соображений целостности плода, из, ну, чтобы он подольше хранился. Конечно, бывает иногда, что сорвешь аккуратно, и вот эта вот часть в жопке не повреждена, но часто жопка повреждается. Поэтому мне, чтобы не аккуратничать, это ведь надо, чтобы не повредить, надо очень аккуратно выемку делать вот так вот. И то я не уверена, что вот здесь вот не трещина. Поэтому я лучше обрезаю, беру ножницы, так, чик-чик-чик, все. Все, до свидания. Это вопрос, ой, ответ на вопрос.